Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Очередной день и уже обед, но я настолько загонялся, что это просто капец. Рыбку, конечно же, покормил, успел покормить с утра. И отправил я вот эти вот заказики. Аквариумы опустели, все хорошо, чистота, порядок, можно заполнять под нересты тернеции. Но, ребят, и так уж уже много икринки. Сейчас попробую показать, конечно же, вот видите. И я вот смотрю, кормление вроде бы помогает. Есть намного больше хорошей икринки. И много стернец, тернешки отметалось, и это очень хорошо, ребят. Но у меня нехватка аквариумов, так сказать. Есть еще пустые, но это все, конечно же, запланировано. Сюда помещу, ребят, скорее всего, тернецию, вот в этот вот аквариум. А сюда тот, что отремонтировал, надо его принести сюда, заполнить водой, пускай отстаивается вот этой бяки. И работа продолжается. Сейчас надо быстренько заменить воду у Аллофороса и экстренные подмены. Ну как экстренные? Не особо экстренные, потому что надо это делать. Вот здесь вот вода мутная у золотушки, чтобы она не пропадала, пока не пропадает. И я, в общем говоря, успел. Уже даже немножечко проклюнулась золотой, но икры белой капец как много. Не знаю, это первый раз такое. А то много было хорошей. Это что-то не того. Вот. Ну и, конечно говоря, работы капец. И хочется и в доме поработать. Есть у меня планы. Ну, планов, конечно же, миллион. А что успеем сделать, то успеем. Потому что время ограничено. Сейчас немножечко поработаю здесь. Подменки, что-то там другое. И уйду работать туда. Поехали, работаем. С вами Александр, и всем приятного просмотра. Немножечко, ребят, поработал. Психанул, так сказать. Вот принес этот аквариум, наполнил водой. И будем смотреть, течет, не течет. Ну, скорее всего, не течет, потому что везде проклеен. И я думаю, будет все хорошо. Еще один аквариум в запасике. Вот там вот еще немножечко воды у меня есть. Осталось отстоянной. Это надо подмену сделать вот здесь. Не знаю почему ушел у меня один самец вот этих вот слоновых ушей. Ну посмотрим, что с ними, да и как. Но я специально брал чутка больше, чтобы... На всякий случай. Здесь бы и 2 было достаточно, но я взял 5. Там, по-моему, да. Там все, Москва. И я вот думаю, видите, ребят, возможно, это тоже самки этой породы. Потому что вот так вот, когда свечу, хвосты у них такие же на просвет, как и у самок. Ну, это, конечно же, будет бомбически, потому что, ну, будет классно. Вот. Также наделал кучу подмен. Всю воду вот использовал, уже заполнил водой аквариумы. И что натворил? Золотухи подменил здесь воду. Ну, процентов 90, скорее всего. Здесь золотушки подменил 50%. Ну, нормально, так ее там есть. Капец. Вот смотрите, сколько ее там есть. И надо быстренько делать бассейны. Также у коридоросов здесь 90, потому что здесь была пыль. Ну, как 90? 98%, потому что оставалось, чтобы только рыбка там плавала. Также у скалярий вот здесь, вот видите, такая же история, пыли не просматривается. Ну, будем наблюдать. И у этих золотых, которые вон там, вон маленькие, совсем тоже такая же история. В общем говоря, подмен наделал капец. И всего-навсего 2 часика прошло. И, и еще ж, конечно же, вот здесь тоже. Та же история. Коридоросы поднимают эту взвесь, и оно очень-очень быстро засоряет аквариумы и воду. Ну, кормлю, конечно же, на убой. Сейчас надо быстренько покормить, ребят, рыбку и идти заниматься в дом. Эти 2 аквариума склеены, и надо будет вот эти 2 убрать отсюда. Куда, даже сам не знаю,
куда, ребят, если честно, установить вот эти. Только там надо покрывные стекла приклеить. И пускай отстаивается. Возможно, завтра будем высаживать вот эту вот рыбку. Но здесь 150 штучек. Я не знаю, будет им места достать не за мало. Ну, посмотрим, короче говоря, что там загадывать. А там, если что, уберем. Также разобрался с нерестами. Море икринки. Одна, вторая пара не отнерестились. И я чутка позже хочу заменить им самцов. Также вот здесь вот, но здесь не буду заменять. Здесь нормальный самец вроде бы, и здесь нормальный самец, но что-то не отнерестились. Вот, вверху одна парочка осталась. Здесь и здесь есть икра. Все хорошо. Ну и также вот с этой вот стороны море икры, синие молчат. Зеленые отнерестились, и здесь какая-то пара была, по-моему, красная. Отнерестились, и, ребят, икринки хорошие, даже так нормально. Сейчас надо добавить ток воздуха, потому что вот так вот это все дело нехорошо. И, возможно... Да не буду добавлять метилен синий, потому что она завтра проклюнется, и будем ее выливать. Также надо подготовить аквариумы. Вот здесь вот у меня, с той стороны, в общем говоря, мне, по-моему, 13 надо, а у меня только 10 есть. Ну, у меня еще есть, но некуда поставить ее. Вот так вот. Ну и, в принципе... Продолжаем, работаем, добавляем ток воздуха и уходим в домик. Делать, клеить, резать и все остальное. Вот, ребята, и немножечко здесь работенки сделано. Так как вот так вот сделал я вот эти вот аквариумы. Все просыхает, оно еще, конечно же, не просохло. Крышечку приклеил и вот эти вот маленькие кусочки, чтобы оно ездило вот так вот. И надо идти устанавливать их на место. А чтобы их установить на место, ребят, надо немножко поработать. Убрать малинезию, пиццелию двухцветную и микроразбору галактику. Куда, даже сам не знаю. И, ребят, надо уборку делать вот здесь вот везде. Хочу, скорее всего, с понедельника надо будет сорвать пол. И вот эти вот доски мне очень-очень даже такие хорошо пригодятся. А это будет чутка попозже. Покажу, что буду творить во дворе. И погнали! Погнали, пока светло, потому что и здесь у меня еще и лампочка сгорела, а я забываю ее постоянно купить. В общем говоря, погнали. Аквариумы на месте, как будто они здесь и были. Ну, пускай отстаивается, там завтра, не знаю, завтра, послезавтра, там посмотрим, как да и что буду я их использовать. Все укомплектованные. Ну, только не знаю, 150 микроразбор галактик вот в такой вот 20... литровый аквариум или 21, это, в принципе, ну, посмотрим. На нерест, возможно, и подойдет, возможно, и нет. Кто знает, пишите в комментариях. Вот, дальше. Также набрана вода. Здесь вот два. Здесь вот немножечко конденсирует. И здесь. Это под тернешку. Вот этих вот самок красавиц. И будем что-то пробовать. Тех я хотел заменить самцов, но еще пускай посидят. И тогда уже, если что, будем выбирать вот с этих вот малышей. И вон там вон у меня тоже есть самцы. Ну, не знаю, посмотрим, там, возможно, и самки. Что-то там неразборчиво было, видать, вот в прошлый раз. И это уже хорошо. Что-то... Сомики мои ничего не плодятся. То есть пена вот вверху, то нету, вот сейчас нету. А бывает так, что просто капец ее. И они вон там вон прячутся себе за губками и сидят. Ну, пускай вот здесь вот так вот накрытые, чтобы не стрессовали, а вдруг отнерестятся. Было бы, конечно же, очень-очень даже таки и хорошо.
Работа ребят продолжается, еще не особо много времени осталось. И надо идти в дом, там уборку сделать полностью той комнатки. Все вынести. Вот эта вот микроразбора должна уехать в эти маленькие аквариумы. Только надо с чего-то сделать им какую-то метелку, чтобы они могли не реститься. То есть для стимуляции, или даже не знаю, как это назвать. Но какую-то метелку надо с чего-то придумать. Короче, погнали. Уборочка в доме. Смотрите, ребят, вот и чистота, порядочек, все хорошо. И в скором времени я буду вот этот вот пол срывать отсюда, потому что, ну, хочу заливку делать, надо батареи вырезать. Потихонечку надо что-то здесь делать. Здесь немножко, там немножко, вот как-то так и все это складывается в одно целое, так сказать. Ну, а эти досочки пойдут мне во двор. Если честно, хочу сделать бассейн. Ну, посмотрим там в дальнейшем, когда и что это все дело будет происходить. Потому что там кубы мне обещали, так и ничего и нету. Ну, в принципе, я и не надеялся. Надо что-то самому думать. Заезжал, хотел купить. Тоже сейчас нету в наличии, а откуда-то сдалека заказывать, они объемные, их привозить, доставка будет космос денег стоить. Но что-то, короче, будем творить. Сейчас на сегодня только осталось рыбку покормить, да, и в принципе домой. Уже во дворе темнеет, но на камеру так как день, будто еще, но темнеет уже. И пока покормлю рыбку, уже будет темно совсем. Вот так вот. Немножко стекла еще принес. Вот видите, кучка стоит. И это на 100-литровые аквариумы. Надо сделать мне 4 штучки. И, скорее всего, потихонечку буду здесь что-то заставлять, что-то творить. Но не в этой комнате, потому что эту комнату надо сделать хорошо. Пока. А те аквариумы там временно будут стоять, возможно. И потом что-то переделаем. Но надо как-то расширяться. А здесь еще работы. Ого-го. Хорошо, что потолочек хотя бы сделал. Это уже большой плюс. Погнали рыбку кормить.